15:06. Выходить пора, мой одеколон здесь. Собираюсь, но пора, пара минут есть. Это было 100 раз, закрываю свою дверь. И где-то через час у памятника в центре вижу издалека, как она идет ко мне на высоких каблуках. Курточка на ней смотрится ничего так, обтягивает грудь, короче, милая девочка. Привет, как твои дела? Интересуется, а я не поднимаю глаз выше ее пояса. Что-то точно в ней есть, без сомнения, я предпочитаю лезть. И уверенным тоном объясняю ей, что она красавица, она раскована теперь. Дальше общаемся, очень ненавязчиво, беремся за руки и убегаем из кафе. Не смотрим под ноги, мы у меня в ее руке. Бокал шампанского, в колонках американский джаз. Я стаскиваю ее блузку, ее лиф. Она под музыку трется, а мой оу-е. В своих узеньких безумно сексуальный, черных леггинсов безумно сексуальный, черных леггинсов безумно сексуальный, черных леггинсов безумно сексуальный. Я не часто тусуюсь, вообще не танцую. Максимум покачаю головой в такт песни, если песня супер. Ну а если девушка сука, то в ее присутствии я чувствую себя так, как в суде Марк Цукерберг. Типа Чика, да? Мне звать тебя Чика, а Чикса. Сори, я перепутал, прости меня, Чика. Время тикает, а мы еще не сблизились. Я вот что думаю, перед этим ты должна выпить коктейли. На сколько там баксов? Так себе, Чика, думал, ты способна на больше. Дыхалки нет, растяжка. Растяжка вообще, боже мой, я не должен говорить по этому поводу. Короче, все зашибись, я доволен. Давай уже топай, а? Каждый раз одно и то же. Сначала сидишь спокойно, она сидит тоже. Но немного позже твою и ее кожу начинает бить током от взаимных взглядов, якобы случайно брошенных, якобы случайно пойманных. Помните, все, что скажете друг другу, не имеет смысла, но и не будет лишним. Главное, чтобы никто не был обижен. И не важно, как именно вышло. Ты подсел или она подсела, представились настоящими именами. Я Брэд. А я Анжелина. Улыбаетесь смазливо, обсуждаете фигню типа последних фильмов. Минимум несколько минут минет перед тем, как начнутся разные разговоры пошлые. Дурацкие шутки про поршень, скукотища та еще. Тоже мне, а чуть позже вам срочно требуется помощь. Слит лавы побольше или провести время подольше. Задушевные беседы закончены, вы уединяетесь, то бишь наедине демонстрируете свои фрукты и овощи. Вообще говоря, все это скучно до тошноты, потому что важна изюминка, а здесь одна банальность кромешная. Но я готов простить своей девушке что угодно, когда она в этих обтягивающих невозможных. Безумно сексуальный, черных леггинсов безумно сексуальный, черных леггинсов безумно сексуальный, черных леггинсов безумно сексуальный, сексуальный, безумно сексуальный, черных леггинсов безумно сексуальный.